Бокер Тобажанай, с вами изучаем Шулхан Арух, Йоредия, глава 3, Аллаха 14, или даже 15. Я разумею, что не верю, что Орали Юнушат Крохин, Халам, Аведрушили, Асахадам, Сурухатам, Исраэль, Шалом, Варис Баула. Как мы сказали, Захер Шелуэ Хозбама, Иве Яштин, Ви Имло, Меатара, Ульмата, Мипне Шемоци, Шхват Зера, Ватара, Эла Имкен, Унасуй. Умидата Хасиду, Лизера, Афилу, Анасуй. Афилу, 15 Аллаха. Афилу, Мише, Эно, Насуй, Мутале, Сае, Бебецим. Дальше. Как мы сказали, человек, когда ходит по маленькому, он не должен держать свой орган, если он не женатый. А не женатый может помочь своими яичками приподнять. Ло гутар ле насу ле хоз бама эле ле аштин ава ли такех ло. Человек имеет право поддерживать только для того, чтобы сходить по маленькому, но не для того, чтобы тереться или как-то разогреться. И 17 Аллаха говорит, амашхейна кавав овер мишум баль тешакецу. Человек, который сдерживает себя и терпит, не ходит в уборную, когда надо, нарушает запрет, не будьте мерзостью, не делайте мерзость. Говорит Мишна Брура. Бабецим шеену митхамем аль едека, велифамим мута лехоз баама лаштин кегон аль еде матлит ава шеену мехамем. Авал аль еде эхалук асур, веешь мефаковиким гам аль еде матлит ава мишум дело яд инан шиуро. Он говорит, как мы сказали, иногда можно взять толстую тряпочку. Но есть, которые говорят, даже толстой тряпочкой нельзя, потому что мы не знаем, что значит толстая, насколько она должна быть толстой. Дальше говорит Мишна Брура. Ли таких? Ло. Ле фи шахи кухме би лиде химу. Убека ли або лиде шас. Айен бехая адам ше матир аль яде бегет аав. Умутал ли срок закан да тахтон. Ах, ше ло ига, аз ба ама би ядо. Ве айен би биур алаха. Как мы сказали, человек должен быть очень-очень аккуратный и внимательный, чтобы не разогреть себя и не нарушить запрет напрасного потери семени. Бальтешекцу. Ви имаше ацмо ликтаним овер мишум бальтешекцу мишум шелое акар. Человек, который не ходит по маленькому и терпит, нарушает два запрета. Первый запрет. Не будь мерзостью, не делай мерзости. И второе, чтобы не делать себя бесплодным. Что это может привести к бесплодию. Человек, который же сдерживает газы, он запрета не нарушает. Гама исур бальташекцу, нитхе мипне кевода бриот. Тоже запрет, не будь мерзостью и не делай мерзости, отталкивается, отодвигается, если там есть связано это с уважением к человеку. То есть, что значит? Кегона машене кавав, ачи мацемаком цануа угхай гавна. Что ему нужно сходить по-большому, но негде. Теперь он себя сдерживает. Почему? Он не может на улице прилюдно это сделать. Поэтому здесь все то время, пока он ищет правильное место, он запрет не нарушает. Из-за эрме от леканеях гетев, кицуа бимкума бимашу, кмош катав бисиман айн вав сивхей, ветов лирхоз эт пиатабад бимаем оберок. Но человек должен, как мы сказали, говорили с вами много раз, очистить себя так, как надо. Потому что даже небольшой кал в том месте, как говорит Бенишхай, задерживает молитву. Что? Поэтому желательно промыть это место или водой, или слюной. Лучше протерпеть и с меня помолиться наше, или... Нет, не терпеть и не... Нет, пойти в уборную, освободиться, потому что человек, который потом есть рядом уборная, потом один считает. Человек, который помолился и должен был сходить в туалет, молитва не считается молитвой, должен молиться снова. Это же цибур, как бы. Все равно цибур. Только одно исключение для шалех цибура. Так как, чтобы ему не было стыдно, ему там дается небольшая поблажка. Во время Аллаха или там благословение каинов, ты можешь просто уйти? Да. Или в середине тоже, да? Или как? Мы дойдем из Раташа. Даже в середине, я думаю, он может... Если там есть запрет, закон, сколько он может себя сдержать. Если может сдержать себя 72 минуты или больше, то тогда проблем с этим намного-намного меньше. Дальше. А если не держится по маленькому карту? Векатав кава хаим. То, посмотрим. Кава хаим. Делемерхат ото меком им шар гуф дерех авара мутар авали такев берхица ото меком асур ве хайну кшерохец ве эйно руэ эрвато. Ве им руэ эрвато асур. Что мы сказали? Кава хаим. Де еш ле ахмир безек. Как мы сказали, человек не должен держаться и протягивать руки к своему бритмила. Но если он купается, имеет право помыться, но опять же не зацикливаясь на этом месте и не только если он делает это, только это место.
То бедрадашем, продолжим на следующем занятии. И остальное, то, что мы сказали, здесь пишется запрет про бенишкай, как мы сказали, о том, что человек не должен сдерживать себя. Бедрадашем, баруха думала или улам, амин, ве амин.